Мне вот туда, что ли, падать? Ну, окей. А-а-а, что происходит? Куда я падаю? Господи. Всем привет, друзья, с вами я, Вов Миронов, и сегодня будем играть Poppy Playtime, глава вторая. Вот. Начнем. Сейчас. Мы с тобой прекрасно. Ладно. Новая игра. Да. Новая игра. Да. Ой. Сейчас надо вот туда вот делать. Вот ее надо пропустить. Вот я сейчас подойду. Так, вот я уже. Я должен идти вон туда. Так, но руки у меня пока на месте. Если нет вас, на. Я хочу, да потому что что-то уже секретное, но ладно, не важно. Ой, нам путь здесь закрыли, нифига себе. Но нам, кстати, в эту дверь еще есть, может... О, она открывается. Это вход, получается, во вторую главу. Так, тут у нас что, лестница, которая не работает. Б-09. Ходи ваги и вот этот вот. Что тут? Они любят обниматься. Ну, а, стой, там была вот эта дверь. Так. Которую нельзя открыть. Понятно. А там у нас закрыто. Окей. Что дальше? Ой. А, смотрите, я так понял, нужно... Так, тут, а тут... А, вот, на пробел. Я так понимаю, что я должен сделать... сейчас, подождите, так. Ой, нет, я забыл прыгнуть. Сейчас, подождите, так. Кстати, это можно еще и другим способом делать, но только это займет долго. Так, вот, например, смотрите, я должен сейчас... Вот так вот. И давай, опускай. Блин, не получилось. Блин. Так, ладно. Окей, хорошо. Надо... Да. Блин. Хова. И отпускаем. Бам, нормально получилось. Вот здесь нас хакивай. Нажми здесь. Сюда. Press here. Тут у нас закрыто. И там закрыто. Там у нас тут эта дверь. Нужно вот эти вот оба уйти оттуда банки. Оба на ключит. Ключит. Нажмите там, чтобы... А, это предметы. А вот это неизвестно. Хорошо, я понял. Окей. А тогда нам уже придется. А, я знаю, этот ключ нам понадобится для. А знаете, для, знаете, для чего? А для того, чтобы. Короче, вот эту дверь надо открыть. А там дверь была слева, но она железная. О, смотрите, золотое. Ну, это я себе собрал. Получается. Нет. Но у меня-то ничего нет больше. Ладно, хорошо. Так, окей, тут у нас никого нет. Тут можно отпустить. О, смотрите, отпустил. Дальше у нас такой проход.
Да. Смотрите, вот я, в принципе, движусь. И вот. Ой, блин. О, смотрите-то. Это же Поппи. О, нормально. Так, тут, ну я, знаете, я не буду нажимать на хайлайт, это. Ладно, я буду вот сюда вообще двигать. Так, потом дальше вот так вот. Ой, блин. Вот я на... Почему они не светятся? Да, потому что вот так вот надо... Ой, нет, не работает. Так, подождите, да? А если вот так вот? Все работает, да, отлично. И теперь вот сюда нажимаем. Блин. Все. А что, вот туда нужно? Почему торопки сейчас двигались? А, вот ты. А что если... Хоба, давай, забрать. Нет, не получилось. Да блин, тут Поппи жди. Да блин. Так, господи. Так, я надо вот сюда запрыгнуть. Окей, теперь вот эту коробку тащим сюда. Вот сюда тащим. Блин. Бам и бам. Все, отлично, я запрыгнул. Так, ну запрыгнуть, наверное, тут невозможно. Поэтому нужно коробку одну. Еще одно, давай, тяни, давай. О! Супер! Куда? Да блин. Давай, Таро, я верю в тебя, давай, это. Подними еще Таро. Вот. Да. Стой. Все, ура. Блин, а на него возможно запрыгнуть? Я вот это, я об этом не паду! Господи, что происходит? А может вот эту руку надо, типа? Она, тем более, поменьше. Давай, поднимай. О, поднимается, но только очень... Хотя нет, она вообще не поднимается. Давай, поднимайся ты. Да поднимайся же! О, она еле-еле поднимается, но, походу, все равно. А, нужны вот эти маленькие. Да, господи, что они там так бешеные? О, встал. Отлично. И, возможно... Походу, возможно! Нет! Нет, невозможно. Блин, ой. Да, господи! Все, вот здесь стоит. Отлично. Хоба. Нет, все равно нельзя. Нужно еще одну коробку. Блин, она сейчас с тобой-то упадет. Давай быстрее. О, смотрите-ка. Блин. Да не упади, пожалуйста. И теперь вот так вот проходим. Есть, отлично. Все, я прошел это. И можно теперь идти куда захотим, да. Hey, о. Какие водичи там киселись. Что, реально ходи, водички такие. Там нормально. Ой, да что с вами происходит? Что за подушки двигаются туда-сюда?
Ой. Окей. Ладно, хорошо. Походу мы должны вот туда идти. О, смотрите, Пупи сделала нам вот эти вот две руки. Отлично. Ну, для того, чтобы не две руки вот эти вот, которые у меня, а две руки для, а для этих вот. О, походу, вот здесь главное не упасть, естественно, да. Раздончик брать и тусомощь. А, нормально, тусомощь сработал. Тусомощь, типа, из хлебаутсов. Ой, что там у нас? Тут что-то играет или мне кажется? О. Ой. Ну что ты его взял здесь? Подожди, а тут геймстейшн, продукция, значит, PSP, что там, вообще, мне вот туда, что ли, падать? Ну, окей. А-а-а, что происходит? Я туда, я падаю. Господи. Пролетели. Ну, локотило. Ну, ребят, давайте мы продолжим следующую серию, потому что это вторая глава, наверное, будет еще сложнее, чем первая. Всем удачи, всем пока.